Всем привет! Мы приехали на улицу Новая. Здесь построили новый парк. Вот так вот. И сейчас ты нам его покажешь? Да! И расскажешь, как тут и что? Да. Хорошо. Ну что, пойдемте? Да. И Ника тут с нами, да? Ника тоже покажет все. Здесь построили замечательные новые пешеходные дорожки. Справа мы можем наблюдать высаженные деревья. Есть совсем прям молодые. Есть, которые уже тут, видно, не первый год растут. Сегодня пятница. Время 4:30. Люди гуляют с детьми, с колясками, отдыхают. Тут замечательная вот травка растет, деревья, зеленая зона очень большая. А рядом мы наблюдаем котельную, которая выглядит ужасно, заброшена. Какие-то развалины. Видно, что дети тоже туда ходят, что-то там делают. Плохо, что нет ограждения. А вот и мама. Мы нашли ее. Да ты че? Нашли мы маму. Ага, мама. Она тоже тут с нами сегодня. Здесь тоже, к сожалению, нету нигде парковки. Парк есть, парк хороший. Въезд на спортивную ПО. Это проблема. Запрещено что-то. А тут футбольное так, поле. Пойдем на футбольное поле посмотрим. Как там Андрюшка с Лешкой играют. Главное, чтобы по пышке мяч не прилетел. А то мне уже один раз прилетел. Да ты что, сейчас? Не, когда играли, так бы. В другой раз? Смотри, какое тут дерево. Сегодня. Но оно вон там он треснул и в любой момент может упасть. Опасно. На детской площадке такое. Вон, видишь? Вон, они там вообще треснули. Так что. Тут вот турники. Турник! Баскетбольное кольцо вон там. Которое уже как-то сделали. Да, уже как-то его поломали немного. Так, ну что, заходим. Сюда есть калиточка. Дверь. Осторожно, самокат. И смотрим покрытие. Травка. Да, но она же искусственная, не настоящая травка. А там настоящая. И два футболиста. Замечательное такое поле, спортивный уголочек, считай. Тебе нравится тут там? Да. Да, но тут хоть по кругу парка есть освещение. Надо будет вечером приехать и посмотреть, как оно интересно работает. Поскольку на новой спортивной площадке, которая на конном клубе, там совершенно нет освещения. И как только стемнеет, там находиться уже практически невыносимо. Потому что ничего не видно совсем. Вообще ничего не видно. Ты мама? Никочка, тебе здесь нравится? А, Дать, нравится? Нет. Не нравится? Нет. Почему? Нет. А? Почему не нравится? Не знаешь? Нет. Потому что мамы нету. Да. Пойдем маму искать? Да. Ну, пошли. Ну, давай ручку убей. Нет. Сюда, идем. Пошли, Никочка. Мы ее уже почти нашли. Только осталось прийти к маме. Но мы ее уже видим. А здесь было футбольное поле раньше. Вот ворота остались. Они стоят несимметрично сейчас, потому что здесь сделали дорожки. Но все равно, я думаю, здесь тоже можно играть в футбол на песке. Кстати, это чуть-чуть побольше футбольное поле, чем да. Вот это. Видно.
Никочка. Вон мама, беги к ней. Пойдешь, нет? А, не хочешь к маме пойти? Ну ты какая сегодня, нет, да нет. А можно мне побежать? Что тебе? Маме. К маме? Зачем? Ты так сегодня целый день дома с мамой притворяешься больным. Ну а что только не пойдет ребенок, чтобы в школу не ходить. И на сопли, и на все остальное. Так, вот здесь еще площадка. А если туда зайдем? Там с другой стороны, правда, вход? Да, сейчас мы с другой стороны пройдем и здесь посмотрим. Смотри, вот здесь поставили дополнительно скамеечки, на которых можно посидеть. Их не было раньше. Пошлите вот. Посмотрим, чтобы было всем видно. Пойдем, пройдемся. Видишь, тут убрали весь мусор. Деревья облагородили. Хотя вот эти вот кольца, они же вредные испарения дают. Не совсем есть хорошо. Резина для вот всяких деревьев, да. Для цветов, это у них плохо становится. Так нельзя делать. Раньше напрямую здесь все ходили, а сейчас можно по дорожкам. Даже нужно. А вот мы уже заходим на площадку. Тут, видишь, даже с костылями приходят, оставляют и играют дальше. Так, что мы здесь видим? Много всего. А вот этой горки не было, видишь, она совсем новая. Ну, я ее помню. Или была? Что-то. Вон ту песочницу я только, тоже как-то не очень помню. Я чуть-чуть помню то, что она там была. Еле как. Если многие покрасили. О, хорошая такая детская площадка. Дети играют, довольные. Все для них сделали. Вот эта вот крутилка, помнишь? Это по тестам по нашим была самая лучшая, самая быстрая на всех, из которых ты тогда был. Когда обзоры площадок делал, помнишь? Да. Попробуй, как она крутится. Просто она одно время песком забилась и не крутилась. А сейчас прямо отлично. У меня сейчас голова закрутится уже. А зачем столик тут? Ну как зачем? Либо там кушать, либо попом сидеть. Вот. Видишь, ты нашел зачем. А я думал, чтобы стоять. Ну да, если сейчас сравнить с другими этими штуками такими, то это все равно тоже победит. Потому что те полностью в песке. Закапленный. А можно еще вот так вот разгоняться. Для самых маленьких. Так, хоп. Ну что, идем дальше, Артем? Хорошо. Да, видимо, как делали тут дорожки, раскапывали, так кучу мусора вот оставили, побросали, убирать не знаю, собираются или нет. А куда теперь пойдем, пап? Колеса, мне кажется, тоже тут лишние. И вот эти вот лавочки, на которых никто сидеть уже точно не будет. Тоже лишние. Да. Много лишнего. Все это вывозить, убирать. О, Гуга сама едет, пап. Как? Да, электропривод поставили. Как? Ну как? Ника, привод там. Привод, отдаешь. Пап, знаешь?
А знаешь что? Я думаю, а как Агуга сама на коляске едет? А потом вижу. Есть невидимая, которая маленькая, но помогает. Да. Никочка. Ника хочет пиццу. Да, и сок она хочет. И пиццу. Сегодня мы достали Артемкину колясочку. Решили опробовать. Конечно, Лерочка для нее еще маловато, но решили опробовать. А где вода? Вода в машине? А мы сейчас пойдем. Немножечко полегче, конечно, вот так в коляске. И вот уже мы, наверное, сколько? Минут 40 гуляем по парку на улице Новая. Он так и называется. Там паспорт объекта висит, я прочитала. Благоустройство парка, улица Новая. ТОС «Забота» здесь находится. И вот для жителей ТОСа и гостей благоустроили парк. Сделали дорожки. Очень удобно. Хорошо, можно везде походить, погулять, как мамочкам с колясками, просто гражданам с детьми. Пожилые вот здесь женщины ходят, скандинавской ходьбой занимаются, просто прогуливаются. Кто-то пробежался, кто-то прошелся. Очень удобно и хорошо. И дорожки достаточно такие высокие, не будет их водой затапливать. Один из важных моментов – дорожки широкие. Вполне тут две коляски разъезжаются, и никто никому не мешает. Но я думаю, что, наверное, в дальнейшем-то лавочки будут. Не просто те вон старенькие, которые там остались, а может быть, скорее всего, же поставят еще новые лавочки, чтобы можно было присесть, отдохнуть. Да. Ну и освещение тоже. Видно то, что новое. Угу. Я же говорю, надо вечером приехать и посмотреть, как тут освещение, как да, красиво да, да. должно быть. А так деревья вырастут, будут большими. Будет здорово, классно, тенек, зелень, свежий воздух. Идем налево. Отлично. Налево? Да. Сейчас идем мы по старой дорожке. Она значительно уже. Угу. Ну и, конечно, уже просела. Да. Трава растет. Зато она красивая, у нее травка растет. Да, мама. О, дерево большое тут, да. Ну и очень красивая зелень осенняя. Прям молодая травка красивая. Это мама. А это молодое дерево. Все отпилено, все побелено, все хорошо, красиво. А вот это. И это все молодые деревца, да. А вот это. Все, дочь. Где-то с детьми погулять, это вообще шикарные дорожки сделали, широкие. Прям, ну, я не знаю, для детей, для взрослых. Ну, я даже не знаю, ну, очень красиво, хорошо, мы довольны. Вот еще нам, если свет тут включат, тут вообще можно и днем, и ночью. Освещение пока не работает. Ну, освещение не работает, да, должны подключить. Открытие же должно быть на днях, вот. Все, вот, гляньте, красоту какую сегодня навели. Порядок. Прям очень хорошо, прям красиво, прям мы довольны очень. Машину, конечно, не совсем удобно парковать, но это... Вообще неудобно, мама. Вообще мест нету для парковки. Ну... Такого совсем. Я бы не сказала, что это проблема какая-то там конкретно этого парка или еще чего-то. Это просто вот... Мама. Можно вон с другой стороны подъехать и поставить, вон стой. Не там, где мы стали, где дорога асфальтированная, а с другой стороны. Там, пойдем. Расстегнулся? Нет. Все, пойдем. Памятник воинам-интернационалистам. Никочки здесь лавочки понравились, села тут. По лавочке вот здесь прям хорошие, такие широкие. Удобные. Удобно, да. Да.
О, самолет над нами пролетает сейчас. Нормального человека. На то, что происходит сейчас. Все хорошо, дочь. Все хорошо, не бойся. Не надо. Пускай потом. Давай чуть-чуть попустим. Все, доченька, он улетел. Да, он далеко. Ага. Все, 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 Лерочка, все. Идем дальше, дать? Да, пойдемте. Так, а здесь у нас одна дорожка, получается, ведет всего лишь туда. По да. окраинам даже нету. Нет, почему? Вон там, где новая, там везде все есть. Ну, там есть, да. Отсюда вот видишь, получается, всего лишь одно соединение с этого края. Здесь памятник. Но со стороны магазина еще есть дорожка. Есть, да, вход. Получается, несколько, с нескольких сторон можно зайти в парк. Ну, там, видишь, и по кругу, и везде проходов да. больше. Доченька! Ну, это очень большое дело. Когда просто из какого-то... Ну, что тут было дальше раньше, я не знаю. Какой-то пустырь. А раньше, наверное, старая больница здесь же была, да? Где-то? Старая больница, да, где-то здесь была. Ну, это давно-давно было. Мне кажется, она правее была да. где-то. А старая больница где была? Старая вот тут. Вот здесь, да? Вот. А, вон, да? Вот эта больница была, ага. Все, тут же сад такой был здесь. У старой больницы же вот этот сад был огромный, большой. А потом же все было тут просто как пустырь, да? Все заброшено да, было. Да, все заброшено потом, Пирогово. Когда ТОС, да? ТОС, да, Галина Ивановна, это все открыла, все, вот они деревья попосадили, все порядки навели, и тут старая плитка вот эта, это уже красная, это новую же проложили. И все, тут все повысохло, все, вот, я говорю, тоже она порядочек навела, тут тоже хорошо было. Да. Все было. Сейчас стало еще лучше вообще. Отлично. Пойдем, дать? Ну что? Вам новость, которую вы, наверное, не знали, особенно Тёмик. А я родился тут. Где? Тут. Ты здесь родился? Да, в старой больнице. Коренной суровикинец. Ну вот, видишь как. Не то, что вы волгоградские. Я в Краснодаре родилась. А что там такое? Давайте сюда. Давайте. Здесь мы по этой дорожке не ходили. Да. Прямо вот здесь вот, на этом месте, представляешь, было здание. Доченька, пойдем. Да. И вот там вот родился. Андрюшка. О, вот это у тебя аппарат. Это вы махнулись не глядя, да? Вот, какие приятные женщины. Два раза. Вот Лариса, здесь Маша, Окса, все вычислили. Находились? Отдыхайте, здравствуйте. Мы забыли праздник, а сегодня его нету. А когда же будет тут праздник? Завтра? Будет, да. Угу. О, в 5 часов? Да. Хорошо. Мы, считай, тут будем. Да. Это тоже такая девочка ваша большая? Да. Вы поверните. Это мы уже в Инстаграме нету. На нас тоже нету, да. И мы не видим. Да неудобно уже сейчас все это. Походу. Запрещенная соцсеть. Да. Ну, а вы ВКонтакте добавляетесь, а? В ВК, ВКонтакте. Там сейчас все. Да? Да, а там можно. А я больше, ну, мне есть вот так. А я есть больше в Телеграме. Ну, или в Телеграме, да. Хорошие. Есть, да. Но у меня нету там, нет, там нет такого у меня. Да. Даже вот. На праздник приходите. А это уже да. Это такая большая. Это Ника, да, уже. Ну, а ты не помнишь нас? А? Булку мы тебе хлебом кормили в ДК. Мы сзади сидели, а ты маленький еще. Ну, он маленький был, да, да. Было такое дело. Какая разница? 2,5.
Обычно девочка так взять вечером. Ну хорошо, что девочки. Девочки, да. Девочка, да. Потом уже вот. Ну а вы расскажите вообще, как? Вы же здесь жители этого же, да, района? Жители же вот окружности, где тут рядышком же живете? Да. Как вам вообще то, что сделали здесь ремонт, благоустройство? Надя, вот столько людей, много гуляет, да, детей. Да, да, много людей. Ну, мы пришли на праздник, детей завтра много, детей праздник с маленькими. Угу. Завтра будет открыть. Хорошо, ну а так вообще пройтись, погулять и вам вот тоже. Я уже с палочками. А там же магазин скоро откроют. Да, ну, вообще хорошо. Это сетевой, да, какой-то? Да, мы приехали, просто вот узнали, что здесь отремонтировали площадку, благоустройство сделали, парк, и приехали посмотреть. Посидим, отдохнем. Ну вот еще бы, наверное, лавочек, да, чуть побольше бы сделали. Да, лавочек нет. Вот мы выбрали, неудобная какая-то. Она разговаривает? Разговаривает, но сейчас не будет, она избирательная. Утро и вечер, молодец. Так, ну все, пошли мы дальше, давайте, да? Не болейте. Молодцы. Приходите на праздник. Да мы завтра будем здесь, да, тоже придем. Что молодые, что делать? Да, Ольга Андреевна, ну вы же угадали меня? Нет. Нет, я... Не угадали? Не угадала. Я Вика Коробская. Вика, ну совершенно не похожа. Да? Ну, конечно. Ну, я маленькая была тогда еще. Да, да. Ой, как я рада тебя увидеть. Спасибо, как мама, как Лена там. Да, все нормально. Нормально? Да, все нормально. Она так живет одна там? Одна живет, да. Ну, ты передавай ей привет. Конечно, передам, да, конечно. Ой, смотри, да, я думаю, глянь, угадали, не угадали. Да, мои детки, мой муж. Какие вы молодцы, а. Спасибо, молодцы. Спасибо, спасибо. Так, мы желаем вам всего доброго, всего хорошего. Спасибо. И почаще гуляйте, дышите воздухом. Ну, обязательно, Лене, передайте. Ага. Я не видела. Хорошо. Наверное, как вот мы закончили, я закончила, да? Уже 20 лет, больше я не работала. Угу. И вот я ее и не видела. Обязательно передам, обязательно. Обязательно. Да! Мы снимаем. Надо ж так. Так, вы же не против? У нас есть свой YouTube-канал, где мы выкладываем видео про Суровикино, о Суровикино. Так что можете вот в интернете, в YouTube зайти, набрать «Ужва». Да? Да, и там вот все-все-все видео посмотрите. Мы же Суровикино снимали. Да, да, да. Где-то там в лесу были, такие деревья красивые. Да, да, да. Лена, как Петя? Нормально, все. У Лены. Лена в Волгограде живет, замужем, двое детей. Да, все хорошо. Петя здесь живет. Как она родилась, я видела. Да, Суровикино, все хорошо. Мы живем на Орджоникидзе, в микрорайоне в первом. Ну, я знаю. Угу, двухэтажки. А, вот эти двухэтажные дома. Да, да, да. Он мне да. говорил, Солопов. Говорит, ну, мы с ним в одном доме живем. Да, да. Муж моей дочери. Да, я знаю. Ага, все, до свидания. До свидания, до свидания. Довольная, пообщалась. Ну да, мне новые подписчики, да? Ну, я не думаю, что они прям ну просто приятные женщины, молодцы. Очень жизнерадостные, позитивные, молодцы. Да. Что предлагают здесь шиповника нарвать? Какой-то изоляция провода электрического тут валяется, непонятно. Да, вот здесь вот прям, считай, на дороге оставляем машину. Либо на асфальте, либо на траве. Жалко, конечно, зелень портить, но вариантов тут очень мало. Потому что парковок нет, к сожалению. Ну, их вообще очень мало. С той стороны там идет по так всему же. Городу. Либо дорожка, либо частный сектор с другой стороны. Я думаю, людям мало было бы приятного, если бы все подъезжали и ставили у них под окнами на их площадках машины свои. Ну, возможно, магазин вот этот вот откроется. И здесь хоть какая-то площадка же есть автомобильная? Или тоже нету? Тоже нету. Здесь плитка и выше уровня асфальта. Видимо, заезжать будет проблематично, особенно в наших низких машинах.
Тоже подъезда нету, считай, к магазину. Странно, о чем думали? Вика. Так, а вот теперь мы посмотрим на паспорт объекта. Как здесь должно быть, кто застройщик, когда что было. Окончание строительства 01.09. И год какой-то интересный. 22. Ага. И там еще один видно. Да. Ну вот тоже. Окончили строительство, а мусор за собой не убрали. Интересно. И плакат без ошибок не могли напечатать. Да, я так понимаю, должна была вот такая, что ли? Ну, это, я думаю, приблизительно так вот сделали фотографию, как они делали. Че? Я вообще просто не думаю, что как бы с парковкой проблема, потому что для жителей этого района сюда не нужно приезжать на машинах, а можно приходить пешком. Это вот мы приехали, да, там что-то, какая вот у нас проблема возникла, куда машину поставить, а так все ходят пешком. Не, ну как там вот говорили ранее, тоже открытие магазина скоро будет. Вот смотри. Но, да, будет открытие магазина, но, по-моему, поставить машину, припарковаться особо негде, правильно? Ну да, ну вот смотри, вот он магазин. Вот она, как бы, не знаю, парковка, не парковка у магазина. Ну, но вот тут бордюр высокий. Не каждая машина сможет туда заехать. И здесь сколько машин-то поставишь? Не так тут много. Тут согласна, да, тут согласна. Да. Поэтому будет, скорее всего, машины ставить, ну, вот здесь, вот там, около домов, ну, частных. Вот видишь, вот, вот такое вот зеленое. Либо там, зона. Может быть, сбоку там есть какая-то еще нет, место там ничего для нету. Машин. Там. Ну, ну вообще, будем отлично. Надеяться, что магазин откроется тут. Да, для жителей хороший. Этого района будет хорошо очень, что будет такой сетевой магазин. Здесь рядом есть можно... два магазина, вон мы на них сейчас ну, смотрим. Ну, такие маленькие, маленькие, частные. Совсем частные, не всегда да. Там приятные цены. Но, тем не менее, они есть как бы. Ну, конкуренция рождает лучшую цену. Угу. Ну, а так вообще парк хороший. Да, парк хороший. Отлично, молодцы, хорошо все сделали. И ну, прям хорошо. Да. Приятно здесь гулять, находиться. Да, а то раньше мальчики тут бегали в пыли, в грязи. Сейчас вот там вот они взяли, присели на травку, хоть и искусственную, но все равно. О, Никочка несется. Что? Летит. Правильно, правильно. Мне пиццу не несу. Мы поделимся с мамой, с папой. Пицца хороший. Так, ну что? Погуляли? Давайте поехали, дальше ехать. На встречу наших приключений. Да. У нас их еще будет много. Очень много. Так, что говорите, пока-пока. Да, все, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, смотрите наши другие ролики. И всем пока-пока. Пока-пока. До скорых встреч.